Ну, вот это вот я покупала в Корге. Был выставлен вот этот цветок цветения. Ну, в смысле, вот именно такой вот цветочек был в руках у Маргариты. Но название этой целлогины, ну, абсолютно, как говорится, не соответствует. Это якобы Мурена науситана, но здесь ничего нету ни от Мурены, ни от Уситаны. Поэтому, как бы, гибрид у меня этот остался без названия. Бирочка так и торчит от корги. Она охотно растет. Вот один ростик у нее еще есть. Вернее, второй. Вот это вот первый, который уже с цветочком. Вот. И с этой стороны вот второй вот здесь вот ростик есть. Попочка такая вот. То есть уже пошли в рост. Листья достаточно крупные, в принципе, но сама она как бы растет компактно. Пришла очень корявая, и я ее 2 раза уже формировала даже. И девочки с удовольствием забирали у меня эти кусочки, покупали, потому что, ну, достаточно красивая. На солнце она абсолютно перламутровая. Цвет очень красивый. Господи, руки трясутся. Вот, то есть хорошая целлогинка, тоже револьверное цветение. Цветочек крупный, в размахе, наверное, сантиметров 5. Вот. Так что вот такая вот есть, такой экземпляр есть вот в моей коллекции.